Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и подходит к концу сезон 2024 года. Смотрите, вот у меня последние плоды красной гадюки. Это такой интересный, прям уникальный сорт, потому что он, когда висит на кустах, в общем-то, глазу задержаться не на чем. Вот специально, видите, положила. Вот так он снизу, со стороны задка смотрится. Вот даже лицевая сторона не очень красивая. Ну, короче, в густой листве их почти незаметно. Они не яркие такие, не броские, невзрачные. И ничего даже намека не дает, что внутри такое великолепие. Когда ее разрезаешь, хоп, и удивляешься. Во-первых, когда вот такие темные томаты шоколадного цвета, кажется же, что и мякоть будет тоже темная. Но, на удивление, мякоть светлая, вот зеленые семянки, а сама мякоть почти белая. И вот такое вот красная такая сердцевинка, действительно, как жало какое-то, как змеиное. Смотрите, как красиво смотрится декоративный томат. Очень необычный вкус, не похожий на томатный, нетрадиционный. То есть он такой сладенький, сладковатый, с кислинкой. Ну, полностью фруктовый, кислинка фруктовая, вкус с таким фруктовой отдушкой. Очень интересный, понравится всем любителям экзотических, таких необычных томатов. Еще раз повторю, некоторые, глядя фотографию на внешний вид, может быть, думают, что он очень прост, но он с изюминкой. Вот такая у нас красная гадюка. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Уже принимаю заявки на семена сезона 2024 года. И одновременно последний урожай. Вот что еще есть, сейчас постараюсь вам показать.